23 марта, я приветствую вас под Растюшино. У меня новая полка. Муж сегодня с утра организовал мне еще парковочное место для цветов. Сейчас пробегусь, вам покажу, кто как тут растет. Томатики. Сегодня погода, конечно, отвратительная. Холодно, мокро, сыр. Я только вышла в теплицу. Я прям не могла себя никак собрать. Томатикам нравится. Мне самой нравится. Пойдемте покажу пеларгошечки. Так, это у нас виолки ампельные. Тоже молодцы. Томатики, перчики, калибрашки. Ну, калибрашки все, пошли набирать бутоны. Вот еще один. Вот еще, все. Пошли набираться. Пеларгошки. Томаты Пинхар Тиамон, тагетисы, это бархатцы у нас, виола крупноцветковая и пеларгошки. Алису, моя любовь, запах такой сразу, ой, какой тут аромат, моя любовная любовь. Петунечки. Завтра уйду на работу, уже думаю, что кто-то раскроется. Это у нас тагетисы. Так, вчера я пикировала огурцы. Я вам хочу сказать, очень хорошо они себя чувствуют. Очень хорошо. Пострадал один, ну, это вообще нормально. То есть из такого количества один пострадал, я считаю, что это просто отлично. Так, перцы. Перелила я их, наверное. Немножко сейчас воздержусь от полива. Что-то они у меня не очень комфортно себя чувствуют. Перелила много воды. Бухнула. Сейчас я перейду и покажу вам после пикировки. Львиный зев как себя чувствует. Как стартанули... Посмотрите, как стартанули боговые и внизу вот побеги. Видите? Что значит вот простимулировать растения? Видите? Малыши. То есть будет уже не одна палка, будет нормальный кустик. Так. А, салат, этот лук. Лучок. Огурцы, которые требуют пикировки. Угу. И муж, который идет ко мне. Открываю, открываю.